Мы являемся жителями нового микрорайона города Саратова в заводском районе, который расположен по улице 2 Азовский проезд. Это дома 28, 30 и 32. Обращаемся к губернатору Саратовской области Бусаргину Роману, мэру города Саратова Ладе Макроусовой, прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, начальнику управления надзора за деятельностью общественного транспорта для помощи в решении наших проблем. Наш жилой массив находится на окраине города Саратова. И у нас складывается такое ощущение, что мы кому как не нужны и никому до нас нет дела с нашими проблемами жизненными. Мы лишены возможности нормально пользоваться транспортом. А проблема заключается в том, что есть остановка, общественный транспорт туда не заезжает, водители отказываются заезжать с улицы Тульской, ссылаясь на то, что то места нету для разворота, то снегом все завалено, хотя дороги всегда были чищены и достаточно в надлежащем состоянии. Автобусы большой вместимости, шестерка 18D, они отказываются заезжать туда, ссылаясь на то, что дорога находится в ненормативном состоянии, хотя она достаточно хорошего покрытия, без ям, без выбоин. Автобусы малой вместимости, 55-й, 105-й, 26-й, также отказываются заезжать. Транспортный контроль у нас был, мы встречались, это было в прошлом году, замглавы администрации города, заводского района тоже у нас был. Ну, они говорили, будут решать вопрос наш. Опять-таки ссылались то, что ямы на развороте у автобусов. Ну, мы ям там никаких не видим, и, в общем-то, как и транспорт тоже. От места, где высаживают пассажиров на данный момент до наших домов порядка километра. Нужно пройти пешком. Зимой это было настоящим испытанием, да и с учетом того, что у нас проживает много пожилых людей, преодолевать такое расстояние тяжело. В данный момент снег уже растаял, но маршрутных транспортных средств мы до сих пор также не увидели. Отдельно обращаю внимание на то, что длительное время к нашим домам нет дороги с хорошим твердым покрытием, асфальтом. Обращались в администрацию. Администрация обещала нам в 23-м году сделать дорогу, теперь уже в 24-м и переносится уже на 25-й год. Дорога на данный момент у нас грунтовая. В дни, когда осадки выпадают, достаточно проблемно дойти до того же транспорта, особенно пожилым мамам с колясками. Также у нас отсутствует освещение как таковое. Обращались многократно к администрации заводского района. Нам только обещают. Отсутствует тротуар. Просим вас обратить на нас внимание и помочь в решении наших вопросов.